Привет, ребята! Сегодня мы с вами пройдем probability of a complement. Что такое a complement? A complement — это все, что не входит в событие А. То есть сегодня мы будем рассматривать вероятность того, что не входит в событие А. Чему она равна, эта вероятность, да? Для этого давайте рассмотрим это на диаграмме Венна. Допустим, вот такое у нас есть пространство всех исходов, да, sample space, которое равняется одному. И внутри есть какое-то событие А. Вот это все, оно относится к событию А. Событие А, да? А все, что снаружи, это относится как раз-таки к событию A complement. То есть вот это все A complement. Почему? Потому что оно дополняет. Комплемент — это как дополнение. Комплемент, вот это все, оно как бы дополняет событие А, и все вместе получается один, да? A complement, поэтому это все, что вне А. Как можно отсюда догадаться, вероятность события A complement равна 1 минус вероятность события A. Да? Давайте напишем это. Probability of A complement is equal to 1 minus probability of event A. Кстати, complement пишется вот так. Complement. Это дополнение. Если бы здесь было I, комплимент. Это было бы комплимент, похвала, да? А так комплимент — это дополнение. Итак, вот эта вот формула, как можно отсюда догадаться, вероятность вот этого, все, что вот красным закрашено, да, равняется 1, потому что 1 — это все, что вот всего, да? 1 минус вот этот кружок, вероятность события А. Ну, логично, да? Чтобы найти красную, мы берем прямоугольник, минусуем вот этот кружок, и все остальное получается у нас красное. А теперь давайте рассмотрим формальное доказательство этой формулы или этого свойства. Но сначала давайте нарисуем наш квадратик sample space обратно. Это sample space, который равняется у нас одному, да, его площадь. Внутри у нас есть событие А. И все, что вне события А, A complement, то есть A дополнение. И тут уже формальное доказательство, proof. Один, как мы знаем, равняется вероятности sample space, то есть всех исходов. И sample space, в свою очередь, равняется probability of A union A complement. Что это означает? Это означает, что sample space, вот этот прямоугольник, равняется вероятности A и вероятности A complement, то есть все, что вне этого круга. Очень просто и логично, по-моему. Но так как это два раздельных события, то дальше мы можем расписать это еще и вот так. Probability of A plus probability of A complement. Since
since A intersection A complement is equal to empty set. То есть, что это означает? Это означает, что мы можем далее это вот так расписать раздельно и просто без никаких дальше усложнений, потому что A и A complement, комплемент, А дополнение являются раздельными событиями, то есть их пересечение равняется пустому сету. То есть вот смотрите, А и А комплемент не пересекаются никак. A and A complement не пересекаются никак. Почему? Потому что очень логично, и по определению все, что вне А, это вне А, и оно никак не пересекается с А. Поэтому мы можем это и расписать вот так, как просто сумму. Если бы эти события пересекались как-то, то мы уже использовали бы другую, более сложную формулу. Но так как они не пересекаются, мы можем это вот так просто расписать. И отсюда уже, как мы видели здесь один, да, если мы хотим найти probability of A complement, то просто это будет 1, это на ту сторону переносим, минус probability of A. Вот это и есть доказательство предыдущего утверждения или свойства. Спасибо, пока.